Всем привет! Пришло письмо с интернет-аукциона Мешок. У этого продавца я уже как-то давно, правда, брал. Выиграл на торгах одну монету. Доставка у него, по-моему, 150 рублей первым классом. Хотя здесь написано первый класс. Ну, 100 рублей, наверное, первый класс. Олимпиада в Барселоне 92 года, монета 91 года. Копье. Ну, здесь и подписано у него, по-моему, копье. Выиграл на торгах. Хотел велосипед, но велосипед я так и не выиграл. Слишком дорого ушел он. Копье я выиграл за 1200. Сертификат. 12,8 грамм, 91 год, 31 миллиметр. Ну, вроде оригинальный. С продавцом проблем не было. Отсылает быстро. И если написано оригинал, то оригинал и присылает. Единственная монета в капсуле. Не написано оригинальная капсула, потому что есть наборы запай, как есть в капсулах. Но, скорее всего, пленка какая-то липкая. За 1200 и 150, по-моему, доставка. В принципе, неплохо. У меня уже 5 монет из этой серии. Шестую еще велосипед надо купить. Три я брал в запайке у одного продавца, ну, в разное время, но у одного продавца. Ну, монета отличная. То есть состояние не написано какое, состояние на фото. Ну, естественно, оригинал. Ну, и здесь все отлично. Ну, такое чувство, что из запайки было достано. То есть проблем нету. Продавец хороший. Ссылку на продавца оставлю. Вот осталось купить велосипед. Торгуюсь, но что-то все дорого уходит. Потому что все монеты я купил, в принципе, 1200-1300 рублей. В разное время, конечно. И самое дешевое это была борьба. Там тоже не из-за пайки она была. И она мне ушла. В смысле, купил я ее. По-моему, даже меньше тысячи, но в районе тысячи. А у продавца, который я сейчас покупал, вот эти три монеты в запайке, копье вот на днях ушло за 2 с чем-то тысячи, совсем дорого. И что хорошо у этого продавца, он... Я выиграл, он спросил, будешь ли торговаться еще. Там у него нас... И неделю она у него продержала до следующих торгов, там были... Староделы, пруф, еще всякие монеты. Ну, так что я ничего не купил. Оплатил потом доставку и все. Ну, сначала оплачиваешь лот и можешь дальше торговаться, чтобы сэкономить на доставке. Спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь. Пока-пока.